Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим, продолжаем двигаться вот сюда, в Айверстед. В последней серии мы помогли одному местному трусливому морду зачистить гробницу, в которой хозяйничал какой-то некромант. И теперь мы двигаемся вперед. В прошлой серии, когда я заходил, моя лошадка оставалась где-то... Где она оставалась? В принципе, вон она стоит, но я не думаю, что сейчас она мне нужна. Пожалуй, я пойду пешком, потому что местность очень уж пересеченная. Так что вот, такие дела. Красивый лес, красивые пейзажи. У нас лисичка. Лисичек полно. Баран горный. Одного мы трогать не будем. И водопад. Интересно, я смогу тут пройти? А, вот. По бревну аккуратненько. Ну, видите, да, как мир богат на детали. Вот такие вещи, они в случайном генераторе просто не могут быть сделаны. Это все ручная работа. Тихо. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Ты не охренел? Так, подожди, громила. Напрягись. Напрягся. Понравилось. Так, и теперь, как работает захват душ, мне интересно. По-моему, я все правильно делаю, да? Ну-ка, сколько у меня там уже этих камней душ? Они заряжены, нет? Пусто. Один заполненный. Но не факт. Вот это, возможно, и я сделал. Не знаю. Как бы там ни было, это было вполне неплохо. Похоже, я все делаю правильно. Так, и что, и куда мы пришли? И где находится Айверстед? Ой, еще далеко. Нам, по идее, нужно как-то вот эту горную гряду преодолеть. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Готов. Ничего на меня нападать. Так, это что у нас? Горноцвет. Хорошо. Вроде довольно мирно. Мы, судя по всему, как по какой-то тропинке идем, кстати говоря. Может, она нас приведет, куда нам нужно. Только сдается мне, что это не так. Хотя, давайте пойдем. Почему бы и нет? И вот тут, кстати, я бы на лошади никому не советовал ходить. Пешком-то навернуться можно, шею сломать. Уж на лошадке-то и подавно. Так что пусть там отдыхает. Воспользуемся ее услугами позже. И вообще, мне кажется, что таким путем мы попадем, куда нам нужно. Почему-то мне так кажется. Да, подъем, конечно. Ну чё, прыгай ко мне. Да-да-да. Ладно, не хочешь, как хочешь. Встретимся на подъеме, значит. А тут они кого-то... Это баран, по-моему, да? По-моему, да. Так, ты где? Ух!
Да. Скоро новый уровень будет. Это хорошо. Я собираюсь прокачать еще одноручные, чтобы урона больше было. Так. Похоже, мы идем правильной дорогой, да? А может быть и нет. Вообще очень пересеченная местность, тут что-то наперед загадывать сложно. Вообще. Это что за херня, извиняюсь. Это что такое? Кто такие? Это что? Шансов, по-моему, да? Бежим, бежим, бежим. Так, предметы. Блин. Зелье. Давно записывался просто, поэтому бегу. Так. Ну вас нахрен. Надо отступить, записаться, а потом уже как-то с ней. Да отстань от меня. Ты посмотри, какие приставучие. Еще и взрывается. Ну-ка, стой. Светящийся пыль. Стой, стой, стой. Иди сюда. Иди, иди. Иди. Ай-яй-яй. Блин. Да. Ничего хорошего в этом нет. Смотри, она за мной идет. Так, надо записаться. Потому что если сейчас она меня убьет, то это будет плохо. Все, ну теперь пора преподать этой скотине урок. Так, тебя мы уберем. Побежали. Ты смотри, да? Стрейфимся, стрейфимся. Ох, хорошо. Только ничего хорошего. Да. Не по уровню мне она, не по уровню. Надо будет ее как-то постараться обойти. Не способен я пока ей ничего противопоставить. А путь-то я смотрю один, да? Мимо нее только. Потому что тут хрен залезешь. А, так. Еще раз запишемся. Вот она. Мать, дымок. Мать-перемать. Скотина. Ну, деточка. Ох, прилетела. Блин, да не прячься ты за дерево. Стреляй. Давай. Скотина. Так, я думаю, я смогу ее победить.
но придется постараться, конечно. Не буду отрицать, она мне не по уровню. Так, кстати говоря, если она подойдет ко мне поближе. Блин, плохо то, что я ее не вижу практически. Да ты где там? Не попадаю. Так, нужно сменить тактику. Чем бы тебя? Да не зелье, мать вашу. Предметы, свитки. Вызов питомца. Да подожди, блин, как ее делать? Свитки. Ага. Взять. Вот чуть-чуть грызет. Хорошо, хорошо. А мы пока и влупим вот так вот, пусть горит. Вас двое? Вас? Сколько вас там? Блин, я выдохся. Вашу мать. Это же надо было так встрять. Жим. Так, надо быстро сохраниться. Блин, жаль, что у меня кнопка сохранения так далеко находится. За мной гонится тень. Тень тоже сама по себе мне может накостылять только так. Ты посмотри, да. Я даже тень убить не могу. Да откуда вы? Да. У нас проблемы. Даже не знаю, что с ней делать. Блин, хоть дракон прилетел бы, порвал ее, а потом дракона. Ну лезь, лезь. Не стесняйся. Так. Возможно, вот так получится хоть. Блин, еще бы я не застревал в скалах, было бы вообще отлично. Ну что, я не могу двигаться-то? Застрял. Не надо застревать, только не сейчас, только не в этот момент. Ну давай, 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 давай. Получай, сучка. Ну куда ты? Блин, у нас же все так хорошо получалось, не уходи. Ну. Ах, тварь. Я хрен поймешь, какая из вас настоящая, какая нет. Да иди сюда, иди. Давай, тварь. Так, ну судя по всему, настоящая вот это, да? Потому что она посылает мне лучи ненависти. Чё, неужто?
Неужто? Фу, вот это было дело. Да, дела. Надеюсь, у тебя хоть что-нибудь хорошее упало. Так. Эй, стрела, берись. Что-то стрелы не берутся. Бардак? Бардак в страде. У нее, похоже, ничего не осталось. Она тупо взорвалась. Что со звуки? Еще кого-нибудь не хватало сейчас. Уф, ладно, надо сохраниться. Это было сложно. Надеюсь, она там одна такая. Скотина. Тут я от нее сколько прятался. Все, он там выморожено. Около колодца, значит, утопленница какая-то. Вот что с ним становится, с самоубийцами-то. А лес здесь, надо сказать, красивый. Красивый лес. Так, еще раз сохранюсь. Что-то я, блин, начинаю бояться этих мест. Так, ты что тут делала? Вниз я спуститься не могу. Да, никакой мне награды. Ладно, хоть уровень поднимем. Здоровье надо, здоровье. Хотя... Нет, здоровье. И кроме того... Чуть-чуть броню, наверное, прокачать. А то меня лупят все почем зря. Так, ну чё, где Айверстед-то? Кто? Ух, ну вот, ну что за серия, ну что такое? Так, мы берем клинок Балара, огненное дыхание, все вроде нормально. Я сохранился? Нет, я не помню. Я уставший опять как собака. Кого-то там нашел себе. Вот там внизу можно от него хорошо спрятаться. Вот тут вот. Так, давай спускайся. Так, он сейчас... Блин, а? Неудачное место. Ой, все не слава богу. Клинок Балара. Ну чё? Ой, только не задувай меня сюда. Да, укрытие не очень хорошее получилось. Кровавый дракон, это не простой дракон. Мне похоже хана, кстати говоря. Гоните, что творится вообще? Так. Да уйди ты от меня. Блин, да что с тобой делать? Хо-хо, вот это вот супер.
Я только подумал, что лучше уже быть не может, и тут просто такой подарок. Так. Хоть чуть-чуть. Давай спустись. Блин, с ним, похоже, бесполезно так воевать. Так, на кого ты летишь? На меня или на него? Тролль что, еще живой? Вот тролль пускай приманкой будет. У тролля, кстати, до хрена жизни, и я не уверен, что дракон его сможет убить. Да уйди ты от меня, хоть ты от меня уйди. Что за серия? Ну что за серия? Где дракон? Сейчас я вступлю в бой с этой мразью, дракон прилетит и обоих попинает. Ну опять прилетел, я же говорил. Говорил. Все против всех. Эпик файт. Да, с моим лутом, конечно. Против них. Тролли бы я запинал, а вот с этим. Что-то я чувствую, шансов особых и нет. У него сейчас здоровье восстанавливается, я смотрю. Чё, троллище, ты где? Вон он. Жим. Тролли я не так уж боюсь. Он медленный и тупой, как и подобает троллям. Так, ну чё? Бляха-муха, опять ты прилетел. Как же мне с вами? С обоими-то сразу. Чё, ты всё? Допинал тебя, дракоша. Давай хоть с тебя жир возьмем и стрелы свои, которые в тебя нашпынял. И нам нужно сохраниться. Потому что нам, судя по всему, ничего не светит с этим кровавым драконом, таким макаром. Вот если бы он приземлился, то был бы какой-то шанс. Кого-то там себе еще нашел. Улетай. Улетай, ты мне надоел, честно говоря. Вон зверюшек напугал. Уже свечерило, пока мы тут с тобой балуем. Так, давайте потихоньку по своим делам. Пусть себе там дальше занимается чем хочет. С меня в этой серии, блин, хватит уже перекачанных врагов. Какой-то мост. Неужто обжитая территория?
Баран, уйди. Ух ты. Ты на меня, что ли? Что творится? Какой-то бардак. Айверстед, мы прибыли. Тебе а не тут... спрятаться от меня. Ты не про меня, я надеюсь. А тут народ медведя рубал. Нормально так. Где ты? Летит. Летит. Так, еще сохранимся. Что-то дракон какой-то распоясавшийся. Вон он, я его вижу. Блин, ну раз он не улетает, то, видимо, его надо заманить на город. Какой-то курган нашел. Че, дракоши, все? Дракоши, похоже, все. В курган я, пожалуй, не пойду пока. Не затем прибыли. Народ вроде успокоился. И слава богу. Гвиллен. Привет, друг мой. Чем я могу тебе помочь в этот прекрасный день? Похоже, ты совершенно счастлив. Много лет назад мой отец преподал мне важный урок. Он сказал: Гвиллен, перед тобой лежит весь мир. Иди и исследуй его. Будь тем, кем хочешь быть. Я последовал его совету, и вот он я. Может, тебе такая жизнь покажется не бог весть чем, а я доволен. А разве это не главное? Понятно с тобой все. Так, ну короче говоря, вот наш квест. И куда мне по нему идти? Куда-то в горы, что ли? Ага, высокий Хродгар. Как мне туда подняться? Эти медведи так раздражают Дэмбл. Надеюсь, ты сможешь с ними что-нибудь сделать. Я думаю, мне надо переночевать. Ферма. Ты у нас кто? А ты охранник? Стража. Вот этот мобильник, говорю, могильник, кстати говоря, на который я залезал в панике. Вот гостиница. Это хорошо. Блин, ну эта серия, это просто какой-то адов, капец. Йофтер. Дочь сводит меня с ума, так что прости, если я немного не в себе. Можешь рассказать что-нибудь о высоком Хродгаре, куда я сейчас пойду? Подъем к монастырю называют 7000 ступеней. Представляешь? Не знаю, дошел бы я вообще до вершины, не упав по дороге от изнеможения. Понятно. Лучше выбраться из города как можно скорее. Тут нечего делать. Я думаю, тебе нужно продолжать. Что-то по твоему виду не скажешь, что ты в паломничестве. И чего это тебя понесло в Айверстед? Приходит полтора человека, и каждый вечер... Чего тебе? Климик носит им наверх продукты раз в несколько недель, когда позволяет погода. Хорошо, Вилхи. А в остальном они вроде бы тихие люди. Честно говоря, я мало что про них знаю. Понятно. А ты тут откуда? А, мы с тобой только что говорили. Прошу прощения, какой господин. Скучный разговор. Не хотите ли послушать мою игру на лютне? Хочу. Если хочешь послушать музыку, только скажи. Куда пошла? На чем ты играешь? Я играю на лютне. Если хочешь послушать песню, это стоит всего 5 золотых. Я заплачу вдвое, чтобы послушать твои песни. Так мило с твоей стороны. Вот что я тебе скажу. Я сыграю особую песню. Только для тебя. Бесплатно. Ну иди, мужик. Нужно что-то. Это ты для меня играешь? Круто. Пойдемте спать. Хорошая мелодия, кстати говоря.
На твоем месте я бы держался подальше от кургана на востоке. И у меня есть опыт в этих делах. А что у тебя есть на продаже? Давай утолим твой голод. Голод-то, вот. Тебе ничего хорошего ты не продашь особо. Я хочу снять комнату. Хорошо, она твоя на день. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Я так понимаю, вот это, да? По опыту предыдущих товаров. Мог бы и не показывать. Дай мне знать, если тебе... Поспим 12 часов, с утра начнем подъем. 7000 ступеней, звучит многообещающе. Да, вот это вот в этой серии событий у нас, конечно. Кто-нибудь, ну, у нас тут проходит немного народу, кроме, конечно, тех, что идут на высокий Хродгар. Ладно. В Скайрим. Эти медведи так раздражают Тембу. Надеюсь, ты сможешь с ними что-нибудь сделать. Так, ну и как мне туда подняться? Ну ладно, я думаю, этим мы займемся в предыдущей серии, в следующей серии. На эту серию событий хватит. С вами был Артур, всего хорошего, пока.